Hey, yo guys, с вами Шимики, и мы продолжаем пройти игру по названию Souls and... Ну, короче, Соль и Святилище. Я тут вспомнил, что у нас есть одно святилище, нужно его, короче, не осквернить, а превратить в наше. Поэтому делаем таким образом. Теперь это наше место, повысить... Так, давайте, повышаем здесь уровень. Я знаю, что нам теперь нужно делать, ребятки. Чтоб я не заблудился и не тупил. Во-первых, нам нужно с вами найти быстро где-нибудь телепорт. Локация, где у меня есть телепортик. И вот что мы должны сделать. Тихо-тихо, летучие мыши, пускай они за нами бегут. Ладно, так и быть. Нихера он отскочил. Как я говорил, мы не будем затягивать. Нас еще ждет куча, по идее, боссов впереди. Оп. Так, здесь же телепорт есть. Есть, отлично. Что нам нужно сделать? Так, ты. Давай я улучшу свою катанку еще. Ита. Или меч лучше улучшить. Класса. Да, я же с катаной уже хожу, да? Тати. Давай дальше, Тати. Просто, чтобы было, знаете, красиво и было у нас главное. Соли, конечно, много тратить. Тоже плохо, но... Я могу. У меня есть, я могу. Уже больше, кажется, не могу, да? Мне не хватит. Да, мне соли не хватает, и плюс... А, не суть. Да, на дамага у меня много. Ну, типа, на атак много. Ой, точно. Что нам нужно сделать? Отправляемся. Да, переместиться нам... Магазин? Так, продумайся в него, чтобы переместиться в любое святилище, где есть. О, пускай будет. А то я вот это постоянно бегаю. Переместиться. Так, нам нужен берег. Дальний берег. И погнали, погнали. Нам нужно сюда. Так как у меня светильник есть на башке, все нормально. Так, а не, это я иду не в ту сторону. Сорян. Там я вспомнил, мы предметы покупали. Спрыгнули-то. Так, поехали. Быстро-быстро все это делается. Так. И нам нужно с вами здесь было вниз пройти, я ж тогда с вами... Ух, да, дамага много. Теперь я могу и так, да? Все, я ж прокачал себе этот меч. Не знаю, помните вы или нет. А, не суть. Не суть важно. Главное, что теперь все можно делать. Да, освещает нормально, в принципе. Освещает нормально. Только я не помню, почему я так далеко тут не дошел. Я тоже не помню. Так. Тут проход был, и внизу у нас проход был. Ага, я здесь сдох, я вспомнил, все. Меня единороги сраные убили. Меня убили сраные единорожки. Замечу, что эти на меня почему-то не нагрелись. Значит, я им не так нужен. Бррр. Мощный враг, на самом деле. Довольно мощный.
Скоро дойдем до этих проклятущих единорожек. Вот осталось еще немного идти мне. Как вспоминается. Так, минус одна, минус вторая. Отлично. А где это? Да, все. Дальше у нас вот такие вот проходы. Главное не сдохнуть. То, что я не умею именно контролировать вот эти полетики. Так, выпиваем. А, не суть. Я выжил. Так, что это за проход? Ай, выпил зря, ладно. Не знаю, что это за место, но пойдем. О, тут вещички есть. Так, ну туда я вниз не пойду, нафиг оно мне нужно, всралось. Идемте обратно. Главное единорогов убить сразу. Главное на них не наткнуться. Ага, все. Дальше у нас эти сраные единороги. Вот здесь они начинаются. Блин, я хочу еще выпить. Странные единорожки. Все, теперь они мне не мешают, можно идти убивать. 8 фляг. 8 фляг это нормально. Так, туда не хочу идти. Рано. Нужно облутать и поискать проходы какие-то. Хороший ли это вариант сюда идти? Ну ладно, у меня все равно выбора нету. Утонувший. Опа, что я нашел? Ой-ой-ой, там, кажись, призрак. Топорик. Ух, черт. А где мой хил? Так, отлично, отлично, отлично. Уже не отлично. Великолепно. Фигня в том, что мне теперь придется этот весь путь заново преодолевать. Окей. Давайте тогда без глупостей. И все сделаем по-быстрому. Ну, я также просто пробегу, попытаюсь через призраков, чтобы они меня не трогали. Блин, и что там, главное, нигде костра не было? Не может быть такого. Ага, они меня не трогают. Замечательно. Это очень хорошо, плюс я не трачу на них время тоже. Каждым врагом. А. Интересно. Чуть не упал. Да, так можно просто бегать.
Ух. Поехали, давай, 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 давай. Пожалуйста, отстань от меня. Я могу тебя убить, ты понимаешь это? Эх, не понимает. Так. Еще немножко осталось. Вот, а там меня не трогает. Вот ты меня тронула и умерла. Что мне тогда делать с единорожками? Блин, вот это место такое опасное. Класс, 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 класс. Великолепно. Найс. Просто найс. Великолепно. Отлично. Ладно. Вот поэтому я говорю, самое опасное место для меня. А быстрый, главное. Мне все равно на золотом. Мне не так его много дают. Хорошо, мы знаем, что на самом верху там будет босс. О! Стоять, я могу меч заточить. Блин, а что-то я тупанул. Ладно. Если вдруг сдохну, нужно найти будет кузнеца. Если вдруг телепортнуться, заточить еще раз меч. Обязательно. Обязательно. Обязательно заточить меч. Обязательно, обязательно. Не, ну того я убить почему-то как бы все равно не смог, хотя, смотря сколько у меня дамага, я не смог его грохнуть. Или не хотел. Не, а мне. Они мне не позволили. Слишком много они меня прокали магию. Плюс там еще кто-то появился. Призрак какой-то. Нос. Видишь, а твоя подруга решила не нападать больше. Так, в ней. Минус. Мне кажется, лучше раздеваться перед такими прыжками. Гол, мне кажется, я буду дальше лететь и дальше прыгать. Выпьем. А, там наверху... А, не суть. Не суть, нужна янтарная статуэтка, даже из них падает. Слишком много двигаться, ну. Слишком много ходить нужно, непонятно куда. Озеро. Не. Только погляди-ка, как далеко мы забрались. Я живу на острове очень давно. Морской воздух, соль, я про... Так, пропитался именно сквозь. А еще... Потерпевшие кораблекрушения, такие как ты, столько несчастных моряков, столько выброшенных на берег плоти. Выброшенная на берег плоть и общая тайна. Что хочешь? Вас всех предали. Я видел рабов и шлюх, разряжающих под аристократок. Я видел солдат и моряков, которые плыли на одном корабле, но свою цель представляли по-разному. Несчастные вы, скитальцы. Ты знаешь, кто-то вас предал? И почему? Тебе нужно найти принцессу, не так ли? Мы с тобой еще встретимся. Окей. Поверь, у нас слабо. Бля.
Бля. Занять святилище. Так, сделать поношение. Чего нету. Ля-ля-ля-ля-ля. Так, оказывается, нет. У нас еще есть место, куда идти. Значит, что мы делаем? Босс, я иду к тебе. У нас время еще есть, поэтому мы идем на босса. Мы идем на босса. Но босс довольно сильный. Даже недовольно, а сильный. Вопрос теперь такой, как его убивать. Так, а у меня лука нету, да? Можно сделать двумя способами. Первое, я повешу сюда. Так, а молний. Так, концентрацию, скорость. Давайте молния возьму. Хотя, сколько мне урона дает? Атака. Хотя 12 атаки. Не знаю, сколько урона молнии, да? Окей, допустим. Ага. То есть вот так, да? То есть вот так. Топор, пожалуйста, выкинь. Выбрось топор. Выбрось топор. Черт, черт, черт. Ладно, успел. Призраки зависли. Бля. Они, кажется, там зависли немного. Ух, тупицы. Ух, тупицы. Да уж. Я просто угораю с них. Божечки. Так, древо навыка, сделать подношение, повысить уровень. На двоечку, да. Ай, хотя, ладно. Древо навыков. Так, ношение меча я аж прокачал, да? Да. Короче, вкачиваемся в силу. Шанс добычи, либо в концентрацию. Либо концентрация, либо в банка. Я шел вообще-то в банку, поэтому уж извините. Так, раз, два, три, четыре, пять. Тут пятерка.
Хотя ладно. Слишком долго. Давайте, давайте, давайте. Я все-таки. Банка. Знаю. А, в силу, мне кажется, лучше вкачиваться. Сила это урон. Хотя там сейчас урона мне прибавляет почти единички. Мне нужно больше урона. Если я могу это еще раз прокачать. А, я могу одно и то же вкачивать. Интересно, ладно. И где это я очутился? Огоньки. Да, ну, блин, я душ так побольше получил. Так, кстати, мне вот что нужно. Боевой рог, так, не то. Дайте мне его, чтобы перевести в любое святилище. Так, теперь мне нужен торговка. Торговец, торговка, торговец, торговка. Кузнец. Кузнец, да, улучшить меч. Да. Потому что прильчика. Так, готово, готово. Да, все-таки урон. Блин, а есть на огонь? Дамага дает. Ух. Ух. Но, блин, 15 дамага и урон молнии все-таки разные вещи. Так, лады, теперь ты. Перемещаемся. Разрушенный храм. Разрушенный храм. Так, теперь отсюда мы уходим в другую сторону наверх. Хочу посмотреть, что здесь. Так, с этой стороны ничего. Какой-то подъем наверх. Так, сразу делаем замену. Замену делаем на что? Хотя ладно, на что. А хотя нет, нужно заменить на картошку. Это что такое? Это что такое? Так, лады. Допустим. Странный монстр, на самом деле. Ай. Опа, колечко. Повышать силу атаки. А что только заменить? Что тебя заменить, приятель? Давай, давай на колечко силы я тебя заменю. Плюс он повышает только... А, три атрибутки. Хотя, блин, сила нужна... Волю. Вместо воли тебя поставить. Так, это выносливость. Сколько упало? Сильно. Сильно.
Выносливость, окей. Ну, кольцо стамина мне нужно. Он очень хорошо мне поднимает. Он просто минус. Ладно, допустим. 2, 3, 4, 5, 6. Точно правильно посчитал? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ставим это кольцо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь 6 будет. Без вопросов, что выиграют. Без вопросов, что выиграют в моем выборе. Так что это вообще за место? Я просто куда-то иду, непонятно. Теперь все ясно, что это за место. Вопросов нету. Ладно, возвращаемся. Там еще походу, да, был проход же? Не, просто свет мне нужен. Мне просто делает пространство поярче. Делает мне пространство поярче. Блин, а я даже не думал за это место. Черт. Я помню, да, что-то открывал в храме, но. Круто. Это хотя бы я упал. Ой, ладно, не суть. Я сейчас все равно около храма появлюсь. Около храма появлюсь. Так, в этой стороне был. Да, смоляная, это когда я правильно иду. Единственное, я могу заменять, в принципе, свет на урон. Все, так, ну босса, в принципе, босс как-то странно у меня был. Ну, не, ну как не было, а повел себя. Черт. Блин. Оп. Здорово. Мы нашли разрушенный храм. Так, северное... Северяне возвели его как символ могущества человека. Но он был осквернен. Осквернен жадностью и не только ею. Горные кузнецы, может, и отвергли богов, но даже не верили, не способны защитить от демонов. Это так укромное место меня привели маленькие подсказки, написанные на мертвом таинственном языке. Я нашел здесь комплект одежды, в точности как у меня. Возможно ли, что у меня есть тень, которая так, оставляет мне сообщение, так, и носит мою одежду. С тех пор, как ты убил короля, больше всего на свете мне хотелось исследовать остров. Но теперь, кажется, я догадывалась, что за силы здесь обитают, и мне страшно. Хочу разобраться, что со мной произошло. Может, тогда я смогу найти ответ. Так, с тех пор как ты, да-да-да, все, я понял. А ну-ка, давайте. Ага, шляпки у тебя нету.
Ну, это понятно, что будет лучше. И штаны, да? Надо им. Так, быстро перемещаемся. Там сохраняемся. И ГГ. И конец серии. Поэтому, пока я бегу, могу, в принципе, уже прощаться. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Давайте я здесь стану. И всем пока.